А вот как ты думаешь, Илья, легко ли петь в хоре? Думаю, что нелегко. Хотя я, к сожалению, не пел в хоре. А вот мне приходилось заниматься хоровым пением. И я знаю, как это ответственно и трудно. Но концертный хор нашей школы «Мелодия» не раз доказывал, что он самый лучший в городе и области. Всем известна его недавняя победа на 7-х всемирных хоровых встречах в американском городе Цинциннати. На сцене лауреат многочисленных конкурсов, обладатель серебряных и золотых медалей, 7-х всемирных хоровых встречах в американском городе Цинциннати в 2012 году, концертный хор «Мелодия». В исполнении хора прозвучат фольклорные на тему русских народных песен. Произведение исполняется в оригинальной аранжировке с ансамблем преподавателей народных инструментов.